Прошу прощения. Значит, мы поем произведение, которое было написано Дмитрием Сухаревым, Виктором Берковским и Сергеем Никитиным для спектакля, для детского спектакля, который долгое время шел в театре Ермоловой, «Мэри Поппинс». Это песенка мамы. Ах, так и есть, да, так и есть, живем, как полагали, все в доме вверх ногами. Обезьяна крутится без пара, умеет обезьяна, но леди без изъяна, без няни никуда. Пришлось проститься с няней Грин, она была кутила. С утра весь день крутила пластинку Лоин Грин. Еще была одна вдова, как-то играла гаммой. У нас сады